Ольга Бузова подразнила фанатов, заявив, что с недавних пор участвует в новых проектах на телеканале ТНТ. При этом телеведущей пришлось на месяц уехать из Москвы ради съемок очередного шоу. В своем инстаграм-профиле Ольга Бузова анонсировала свое возвращение на телеэкраны в качестве ведущей, хотя и не смогла раскрыть всех подробностей. Все же звезда намекнула на природу шоу, которое сможет по-настоящему удивить зрителей. «Я с головой всегда погружаюсь в любую авантюру, и эта ситуация не исключение. Я буду на протяжении целого месяца испытывать себя и других», утверждает 35-летняя исполнительница. Многие фанаты отметили, что Бузова начала приходить в себя после болезненного разрыва. В январе она рассталась с блогером Давидом Манукяном после 2 лет отношений. Звезда даже появилась в образе птицы Феникс на красной дорожке премии Муз-ТВ-2021. По словам артистки, в своем образе она хотела передать то, как смогла пережить тяжелое начало года. Шоу-вумен также начала пробовать себя в новых сферах деятельности, вроде члена жюри КВН, арбитра чемпионата Европы по футболу, а также актрисы МХАТ имени Горького.